Повсюду стражники. О, Серапис. Где же Меджай? Он сможет мне помочь. Жрец? Но почему ты на улице? Стражники узнали о том, что я возвращаю еду людям. Они ищут меня. Даже объявили награду. Быть жрецом света в этом грязном городе тяжкий труд. Я помогу тебе выбраться из города, если хочешь. Но дальше придется самому. Я и так прошу многого, Меджай. К северу отсюда есть храм, там меня примут. Филакиты будут следить за дорогами, Меджай. Нужно идти к каналу, там могут быть лодки. Я всажу стрелу в любого, кто помешает. Будь как Амон, жрец. Возьмем одну из этих лодок. Это подойдет. Вроде бы прочная. Я иду в храм подле Фароса. Там меня примут. Надеюсь. Быть может, люди говорят правду? Александрия — город, населенный лжецами. Встречал я и в Александрии добрых людей, жрец. Иногда достаточно знать, что не все готовы убивать братьев за драку. Мы рядом с арсеналом, с которого и начались все мои несчастья. Они будут очень. Тогда готовься, жрец. Они отправили за нами Филуки. Хотят, чтобы другие жрецы не следовали твоему примеру. Но это лишь еда. Люди голодают. Thank you.
Ты можешь выдержать. Все тихо. Я в вечном долгу перед тобой, Мичел. Мы еще не на острове. Будешь благодарить меня потом. Хвала Серапису. Так, о чем же я? Ты останешься тут? Это тот остров? Да. До храма мне идти совсем недалеко. Дальше я сам, Виджей. В этом храме я начну новую жизнь. Прошу, возьми. Это скромный знак моей благодарности. Да приумножится твое счастье. Здесь наши пути расходятся, Миджай. Я больше не жрец. Меня звали Лиссандр. И мне будет приятно вновь стать Лиссандром, надеюсь. Что ж, мир тебе, Лиссандр. И тебе, Миджай. Байк. Спасибо. Стража держит ухо востро. Что?
Что? Тебе конец. Эй! Эй!
должны застать врасплох. Нас не застать врасплох. Так, не теряем бдительность. Что ты? Тебе конец!
Thank you.
Софронести бухори минис. Идиоти! Элавни нуги, гностис! Ти симванес! О, пакехмен! Амакса элавнис гаргагистеос! Μόριας παραδείγματα. Τι συμβάνεστε, παιδες, λέξον μη. Ο Γαλλός έβγε. Ιδιώτη. Ωραφή. Джай, сюда, воин, сюда! Ну, что тебе нужно? Нужно, найду. А если не найду, то и не нужно. Реда поможет выжить в этих пустынных землях. Ты еще ребенок. Как же ты все это достал? Из самых древних песков пустыни, затонувших в Ниле судов, очищенные руками прислужниц богов. Оружие, выкованное в самой Нубии. Украшения из Персии, сокровища из Сирии. У меня есть все. Вот как. Для юноши ты многое повидал. Мудрость древних. Я многое видел, когда блуждал ночами по пустыне. Покажи, что есть. Вот, выбирай. А если хочешь, помогу и тебе заработать. Кехмено, ну не скеден. О, галос, эбге. О, педес, ти уйегоне. Ой, измейзонос афросин. Старогий полбане. Идиодин, оран булими димиханет. Ой, ты смейзо! Ты что, пьян? А Макса и Лавниска, как идиоти! Эй, пойди сюда! Нет, не то. Все не то. Эй, этот знак. Ты человек чести? Таких мало осталось. Я Миджай. Помогаю людям. О, помоги мне. Есть кое-что ценное. Нужно доставить сегодня. Я готов щедро заплатить за работу. Вот, возьми для начала. Жизнь в этом городе куда дороже, чем я привык. Да, ну что ж, идем.
Учти, что это дело чрезвычайной важности. Не сомневаюсь. Нынче быть торговцем весьма непросто. Приходится самому таскать шкуры тигров или даже статуи. Ай, ну вот опять, вечно прохлаждаются. В общем, так, действуй быстро. О, да и лучше не отвлекайся. Смотри, я все равно узнаю. Это все, что у меня осталось. Тебе очень дорог этот товар. Клянусь могилой матери жены, ее послали в Александрию сами боги. Ее? Я привел стража Кара. Постарайся, чтобы все прошло не как в прошлый раз. Постой, это не то, о чем мы с тобой. Миджай, позаботься о ней, и я не поскуплюсь на награду. И Кара, не забудь, что прием сегодня. Подготовься к нему. Конечно, отец, я буду там. Я так рада, что ты согласился мне помочь. Скоро ты будешь дома, не волнуйся. О, конечно, спасибо, Силач. Ты так похож на Геракла. Можно я буду называть тебя мой Геракл? Отлично! Новый план, Геракл! Что? А, я понял. Ладно, скоро ты будешь дома. Ни за что! Ты видел этих жрецов? Скука! Нет, я должна попасть на рынок. Хочу купить персидской ткани, а ты идешь со мной. Или что? Я закричу! Придут стражи и, ну, если вдруг ты выживешь, испытаешь гнев моего отца. Анубис, за что мне это? А ты, должно быть, Сехмет, проверяешь меня? Что, прости? Ничего. Что ж, сперва заберем коня. В мое отсутствие за ним отвратительно ухаживали. Какая же здесь все-таки грязная вода. Фу. Как же я обожаю эту часть города, как в деревне. Даже воздух другой, и жизнь здесь другая, простая. Пегас, должно быть, ждет, не дождется нашей встречи. Конечно, ты назвала коня Пегасом. Веселей, мой страж! Госпожа, я так рад снова видеть тебя. Мы сделали для твоего коня новые подковы. Ну вот, так бы сразу. А как насчет платы? Я должен отвезти тебя домой, а не платить за коня. Думаю, отцу бы не понравилось, что мы говорим о деньгах перед посторонними, конюх. Конечно. Я поговорю с твоим отцом. О, мой Пегас, ты ведь скучал по мне. Конечно, скучал, мой красавец. Были бы у тебя крылья. Нам пора идти, страж. Ну все, хватит. Теперь едем домой, госпожа Кара. Ох, все вы стражи одинаковы. Не даете развлекаться. Бросить бы тебя здесь. Ты ведь связан клятвой, не так ли? Никто не узнает. Никто, но тебя съест совесть. Смотри, страж, здесь у меня состоялся разговор с одним солдатом. Не сомневаюсь, он был счастлив. Нам нужно заехать на рынок тканей. Я веду тебя домой, как и обещал. И никуда больше. Вперед! Знаешь, ты ведь лишаешь меня возможности найти себе идеальный наряд. Они чем-то отличаются? Знаешь, ты куда серьезнее, чем все, кто охранял меня раньше. Можешь идти быстрее, страж. У меня есть имя. Ваек. О, ты запомнила имя? Я помню имена всех, знаешь ли. Кого всех? Стражей. И даже иногда отправляю подарки их семьям. Кара. Кара. Что?
если мы сходим за нарядом? Ты успокоишься? Правда? О, да! Спасибо, Байк! У тебя такой интересный взгляд. Спасибо. Почти пришли. Наконец-то. Ага, вот оно. Весьма недурная ткань. О, тяжелая. Поможешь мне? Байк, мой Пегас! Пегаса украли! Стой здесь! Ты поняла? Вот и все. Тише, друг. Тебе пора домой. Твоя хозяйка соскучилась. Пегас, да? Звучит. Имя что надо. А и ты бы понравился. Пегас прихрамывал, и Байк пошел к конюху. Всего на минутку. О, я слышал, не все прошло гладко, но моя дочь говорит, ты вел себя как герой. А можно он всегда будет меня охранять? Ну, папа... Какое жалование ты у меня попросишь, Миджай? Я не смогу остаться надолго. А жаль. Тогда позволь мне вознаградить героя за хорошую службу. Байк, ты вернулся ко мне. Ты уже готов стать моим личным Миджаем? Вообще, нет. Сейчас я не могу. Ты такой доверчивый, Байк. Я просто рада видеть, что ты жив и здоров.
самый лучший страж в городе. С дороги! Его звали Икар, гордость шумного ипподрома, прославленный сын Канопуса, что так рано нас покинул. Завистницы судьбе вздумала считать не года, а победы. Сеннифер, это ты? Байк? Мой угрюмый сиванец? Я теперь Кларит. Что ты здесь делаешь? Икар был в тысячу раз лучше тебя. И кто же теперь возглавит зеленых? Ты? Молоко не обсохло. Хочешь победить в большой гонке? Ты дерьмо! Оставьте Никия. Смерть Икара – трагедия для всех нас. Дайте ему время. Итак, Айя с тобой? Нет, я один.
Я просто спросил. Спросил он. Неважно. Придешь в таверну? Thank you.
Моя жизнь про... Небет, что за горе гложет тебя? Мы пришли, чтобы почтить память Икара. Хотели принести ему дары, чтобы его следующая жизнь была полна побед. Ну... Тише. Я тебя слушаю. Синие негодяи напали на нас. Они смеялись над нашим горем. И мой сын Галей плюнул в них. Они его убили. Мерзавцы. Потом они забрали бюст Икара и сбежали. Мой младший сын Икарий побежал в сторону берега. Он хотел догнать этих синих негодяев. Я боюсь, что его убьют, как и его брата. Мы хотели почтить героя. И из-за этого я потеряла сына. Прошу, Меджай, найди и спаси Икария. Не дай его жизни оборваться. Иди домой. Отдохни. Я найду сына и приведу к тебе. Морьяс параске вазмада туда не. Ой, измейзо. Чем я могу помочь? Дело. Что-нибудь нужно? Рука. Ну, прощай. Thank you.